Мне придется идти одному. Thank you.
не место для лошади. Придется идти одному. Не место для лошади. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Новые товары.
Придется идти одному.
не место для лошади. Из тени к свету. Я вижу тебя, всадник. Поступки, которые ты совершил, жизни, которые ты оборвал. Я знаю, зачем ты здесь. В таком случае ты дашь мне ключ. Я охраняю ключ много веков. Он мой, и так просто я с ним не расстанусь. По крайней мере сейчас. Порча расползается. В нашем городе, в наших сердцах. Только я остался чист, как один луч света против тьмы. Но я бессилен, я не могу рассеять тьму. Не все мы бессильны, Архонт. Возможно. Многие священные реликвии были утеряны после того, как были сломаны печати, и легионы тьмы обрушились на землю. Одна из них — жезл Арафеля. Может исправить то, что здесь произошло. Я не осмеливаюсь сам вернуть жезл. Врата в Белый город закрыты для любого ангела, который бывает на земле. Но ты не ангел. Достань жезл, и я проложу путь в свой замок. Там ты и найдешь ключ к древу жизни. Что касается того, с чем ты столкнешься на земле, после того, как ты это увидишь, даже ты, возможно, проклянешь войну. Мне придется идти одному. Тихо. Кругом не только трупы. Уриэль, что небесное воинство делает на земле? О, черт.
Забери то, зачем пришел. Потом уходи. Бери то, зачем пришел. Потом уходи. Бери то, зачем пришел, потом уходи. Я должна убить тебя за то, что здесь натворил твой брат. Но ты спас мне жизнь. Считай, что мы квиты. Что ты знаешь о жезле Рафаэля? Это оружие невообразимой силы. Его принес на землю Архонт Гестус, чтобы сражаться с демонами во время последней войны. Но Гестус погиб, и жезл был сломан. Теперь Разрушитель подпитывает свою армию тьмы с помощью его обломков. Сломанное можно починить. Где находятся части жезла? В руках Разрушителя. Он вызвал создание из бездны и призвал своих приближенных. Отвратительных тварей, которые сейчас никак не могут поделить этот мир между собой. Страждущий — одна из таких тварей. Они питаются мертвыми и превращают их в стаи созданий из костей и плоти, сражающихся как единое целое. С одним разумом проще справиться. Я не хочу рисковать жизнями небесных воинов, чтобы отвоевать жезл Арафеля. Но если ты хочешь быть на побегушках у этого дурака, тогда иди по следу, усеянному трупами, которые оставили мои собратья. На побегушках у дурака? Ну что ж, это уже не в первый раз. Сколько ангелов погибло здесь, Уриэль? Слишком много. Но на месте каждого умершего ангела появляется другой, живущий не по своей воле. Из их страданий Разрушитель черпает силу. Ты не мог бы избавить их от мук, бледный всадник? Если ты этого хочешь. Однако все, что я могу предложить пленникам, это быстрый конец. Это тоже благо.